Сейчас, когда дети придут, они будут делать проект, то есть мы будем сажать растения, которые улучшают экологическую обстановку в определенных районах города. Квадрокоптеры? Да. То есть при помощи так называемых зеленых гранат. То есть это удобрение внутри семечка. Зеленые гранаты и мирные квадрокоптеры для них, привыкших за несколько лет к гранатам боевым и военным дронам из области фантастики. Удивленные глаза и сотни вопросов от представителей Луганской Народной Республики говорят о многом. В первую очередь о желании развития сферы образования на своей территории, по примеру, Ульяновской области. Побывали мы сейчас в другом пространстве просто. У нас умные, талантливые педагоги, но оснащения такого, конечно же, нет. И во время боевых действий, они у нас длятся очень долго, много специалистов выехало, много уехало деток в Россию в основном. Поэтому у нас все это немножечко вот так. Мы посетили гимназию, шикарную гимназию, мы о таком даже не мечтаем. Это было, ну, восторг. Просто такой большой, огромный восторг от того, что происходит здесь. И за это мы, конечно, очень благодарны вам за вашу поддержку. 73-й плотно взялся за помощь району-побратиму. И пока ульяновские специалисты на Луганщине восстанавливают электро, водоснабжение и другую инфраструктуру, представители сферы образования перенимают опыт у ульяновских коллег. Программа обширная. Кроме кванториума и сотого губернаторского лицея, делегаты из ЛНР посетили межрегиональный центр компетенций и центр для одаренных детей «Алые паруса». Также специалисты выступили на пленарном заседании традиционного августовского образовательного форума. Делегация Алтугинского района не только знакомится с теми методами, но и делится опытом работы своего района для того, чтобы у нас наладилось не только взаимное сотрудничество, но и мы тоже переняли определенный опыт работы педагогов из Лутугинска. Кроме этого, Ульяновская область готовит проекты соглашений с различными образовательными организациями Лутугинского района. И уже в середине сентября, сначала в онлайн-формате, а затем и очно, пройдет встреча с молодыми педагогами Лутугинского района Луганской Народной Республики.